Вязание на круговых спицах, примерка. Хочу показать вам, как вязать на двух круговых спицах. И, как вот здесь видно, легко можно примерять вязание в процессе работы. Вот у меня топик. Вязала я их, правда, одной парой спиц, просто по кругу. А сейчас вот разделила вязание примерно пополам. И одну часть, вот видите, на одной спице, а вторая на другой. Сейчас я буду продолжать вязать. Весь секрет в том, что я вяжу одной парой спиц. Вот видите, я беру вторую спицу от той же самой, с которой петельки буду провязывать. А вторая пара спиц пока остается. Она просто держит петли. И вяжу как обычно. Здесь у меня лицевая гладь. Вот я довязываю петли эти спицы. Все, провязала последнюю. Ну, не то, что поворачиваю вязание, а беру вторую спицу. Нахожу второй ее конец. И буду вязать свободным концом с этой же самой спицы. Это удобно, когда очень большое, допустим, вязание, очень много петель. Но мне сейчас не очень удобно, потому что у меня 200 петель. Здесь только я путаюсь в спицах, но я это сделала, чтобы показать вам сам принцип вязания. И еще самое главное, что очень удобно примерять. Вот это вот вязание по кругу сверху удобно тем, что можно и высоту, и ширину примерить. И все сразу станет понятно. И петли со спиц не упадут.